Но что же манит тебя, что зовет далеко в неизведанные края? Может, ветер свободы с горькой пылью летящий навстречу? Жизнь на колесах. За душой лишь рубаха да крест. Ты всегда и везде повторял только слово «надейся». Как гордая птица, никогда не опустишься на теплый хозяйский насест. Как гордая птица, твое учишь летать по песне. Жизнь на колесах. Ножом на крючок, и ты рухнешь на землю в полете свои крылья ломая. Ведь может там на земле подведя своей жизни нелепо и то. И все же двинешься в путь на израненных крыльях, вздыхая, потому что она послала не говно. Жизнь на колесах любви. Людей поименно, по фамильным, по званиям. Доктор? Я кандидат. Кандидат медицинских наук Борис Владимирович Шилов. Ваша дорога. Кандидат физических наук. Признанный Растаман Курятской ССР, ваш покорный слуга Валерий Филоненко. И человек мира, собственно говоря, благодаря которому этот концерт случился, Александр Николаевич Скляр. Девический Малахов. Сашка Малахов, кто не говорит? Все вместе, вот уже практически 25, да? Это группа «Потерянное пиво», город Том, Западная Сибирь, мать ваша. Спасибо большое, спасибо. Спасибо. Мы вас любим.
произойдет сейчас немножечко ответа. Извините, пожалуйста, я так скромненько скажу сейчас. Дело в том, что я когда тут не так давно подошел к стойке бара, заказали потерянное мной ранее пиво, тут подошел мальчик такой и спрашивает, а вот вы из Томска тут все. Да, вот он, замечательный мальчик. Там сколько песен, там сколько песен. А что, девочки, что ли? Нет. Ладно, мужик, подожди, я сейчас хочу задать твой вот самый замечательный вопрос. В смысле, что вы здесь все делаете? Томичи, блядь. Москва, Томичи. Вот. Я ответил наш замечательный ответ, который царствие ему небесное Гриша тогда сказал. Нет? На вопрос ответ. Я отвечу, как говорили уральские пельмени, поскольку мы из Урала все. Вот. Потому что гладиолус. Поэтому хочу сказать, сегодня замечательный день. Ребята, девочки, мальчики, сегодня замечательный день. Потому что мы потерялись все в этом мире. Вот эта группа замечательная, вот эти вот парни, старые пердуны, вот которые сегодня здесь стоят и выглядят как будто молодые. Вот. 20 лет назад, да, 20 уже? 22 года назад. И вот, мы пили спирт под их песни. Вот они, красавцы. Я хочу сказать, я сегодня захотел выпить спирт. Честно скажу. Вот. Сука, где его в Москве взять? Я тебе могу сказать адрес. Это что мечи, мы всегда знаем нужный адрес. Поэтому, ребят, давайте поаплодируем вот этим вот замечательным ребятам, которые нам вернули детство. Да, все, даже детство. А как ты хотел, чтобы совсем что-то придумал? Нет, только детство. Спасибо, ребята, организаторам, спасибо этому клубу. Ребят, девочки, спасибо вам за найденное пиво у вас. Потерянное нами и найденное у вас пиво. Спасибо. Спасибо, теперь дискотека, говорят. Все, что? Да.